Привет, дорогие друзья! Сегодня я и Дима проходим какой-то скилл-тест на фрикраулерах. Здравствуйте. Ага. Вот. Точно? Да. Точно. Нет, это прокачанный фрикраулер. Кому другого не отменяет? А как так? И за одним даже не задел. Как не задел? У меня я тебя задел. Значит, рассинхрончики. Поэтому я остановился так легко. Тебя не удивил, что я, блядь, летел на большой скорости и... Я думаю, ты синку просто въехал, да и все. Не. Не? Бля, вот и дурак. Куда я еду? Есть такой момент. Да, поехал. Кто разрешил-то? Где сам паркур, блядь? Непонятно что. Я не знаю. Ой, где на машину наехал? Я постоянно. Ну вот что-то начинается. Кошка. Чего там начинается? А, ну вот что-то тут, да, пошло. А нифига ты у меня тэпнулся? Да? Да. Это за машина из реальной жизни? Бот? Я, честно говоря, не знаю даже, что это за машина. Даже не Форд, блядь, это... Это Хаммер. Это Хаммер этот, точно. Какой Хаммер? Блядь, похож на какой-то Хаммер. Где ты такие Хаммеры видел, блядь? Такие Хаммеры существуют. Не, новые. Нет? А может быть, путаю с Хаммером? Ой, с Хаммером. Хаммер новый, он электричка, блядь. Да, петушиный. Почему петушиный-то сразу? Потому что Хаммер, он должен, блядь, быть... Ау, опять прозрачные стали. Прикинь! Здесь именно справа надо. Я понял тебя. Понял, блядь, ну очень интересно. Поезд едет, 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 едет. Как-то вот так вот это двинуть? Димас! Чё подвис-то? А так ты прозрачный, ты мог проехать вообще-то? Да нет, я просто спрашиваю, чё подвис, блядь. Не, я отходил. Да я понял, ты веришь? Я понял. А, здесь широко... Опа! А вот там только справа надо проехать. А как ты проехал? Справа. Я упал, блядь, в прошлый раз, веришь? Веришь мне, я упал? Веришь? А ты что так долго проходил? Я ж надолго отходил. Я упал. А, блядь, я еще сейчас затормозил, я даже не посмотрел, куда человек ведет следующий, прикинь. Кидываю. Едь, если что, с правой стороны потом. Если что, с правой стороны потом. Потом посередине. Потом... Ну я вижу тут, блядь, как бы и так понятно. Потом на бустер катерил зажимай. И так доехал. Без катерила. Красавчик. Да. Красиво, красиво. Тупая машина какая-то, честно говоря. Я с вами солидарен, Сергей. Не туда нажал, не ту кнопку. Да, и все, и хер я сейчас. Да? Ведь давить. Ну, че за кнопку там нажал? Но вместо WS. О, взял.
Да, ну, я тебя хотя бы тут догнал. Ну что, я за лошадь прям конкретно. Ты лошадь, лошадь. Ох, нифига царапинки. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Что царапинки какие? На бочине. Я по камню проехал. Бочина. Бля, он так тянет, вообще прикольно. У него только звук сейчас. С места, да, с места тянет прикольно. Что такое? На, там заехать надо. Ух ты. В смысле, я аккуратненько заехал, а он упал. Да, видно. Не слышу, я неправильно прохожу. Так. Сейчас посмотрим, как ты проходишь неправильно. Так ты неправильно проходишь. А, сейчас-то я залез. Даже чуть-чуть много залез. Да. Ух ты! Ух ты! Ух ты, пухты! Он... Как ты там заехал? С первого раза. Вот она. Вот она. Я упал. О, упал. Вот так я заехал, все отлично. Бля, здесь красиво, здесь прикольно. Упал. Не упал. Упал. Упал, блядь. Сучка. Что такое? Упал. Да ладно, прям ты далеко сильно как будто. Ой, ты как будто близко. Я не то сказал. Да не, все правильно сказал. Что не, я же недалеко. Ты же прямо тут уже, все, меня догнал, можно сказать. Где ты? Ну вот, я и говорю, все, ты догнал уже меня. Кого-то хлопнули у нас. Смотри, с ним. Да что там, бабахнул. Блять. Вот опять такая же херня. Бля, он, конечно, карабкается. Карабкается-то он знатно. На крыше, ты серьезно? Блять, он в эту щелку не пролазит, сука, никак. О, сейчас не понял. Чего ты не понял? Там не надо было газовать, получается. Сейчас засовиться не могу на этих палочках грёбаных внизу. В тот раз засовился легко, сейчас никак. Давай, 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 падай вниз. Сучка, да камеру отдай хотя бы, блядь. Блядь. Тут, короче, аккуратно, не провались этот. Не упади там этот, мимо. Так, чек взят. Савчик. Да, я такой. Подожди. Надо же вот так, надо разогнаться и прыгнуть, да? Да. Я думаю, я это от тебя не догоню. Я даже молчал, блядь, думаю, сейчас буду молчать. Ой, взял. Вау, взял, наконец. А тут он, конечно, классно едет. А, на этих-то, на заточках-то. Ой, блядь! Ой, блядь!
Бля. Ой, как она балдежно ехает. Не, а в смысле он сейчас не долетит? Да, побольше разгон сработал. Красавчик. А я тебя ждал. Как твой истинный натуральный друг. А что, тоже на финише? Нет. На следующем чеке. Просто тебя ждал. Ну, что это? Ну, есть такой момент. Да ты, блядь, не удивляешь. Ну, не все ж тебя хуй ногами бить. Да, тоже правда. Так же можно и привыкнуть быстро. Тут надо есть от этого устать. А ты подпитываешь моей эмоции, так сказать. О-о. Да и мы люди взрослые уже. Ну да, уже надоедает, да? По чуть-чуть. Да. Есть такой момент. Бля, как он тянет, это вообще просто балдёж. А у Серёжки в попке дырка. Это не... Как я? Не... Почему? А? Я стал прозрачным. Вовремя, да? Бля, вообще нельзя останавливаться, чешо. Ай, чуть-чуть! Бля, реально, мне тоже чуть не хватило. A few moments later. Тебе надо спросить. Ты тут элемент пройти не можешь просто, или что-то там? Не-не-не, я дальше не проходил, не смотрел. Я взял тот чек, который с собой на берегу, и пошел дальше смотреть. За тобой. Да неужели, блядь? Димас. О-о-о. Я прошел. А, ты прошел? Да. Я просто ищу. Что ищешь? С чего скопируем фрикравлер? Просто нашел? Интересно стало. Угу. Это было уже. Что не нашел? Ой, тут для тебя сделали даже это. Бля, хер его знает. Кто знает? Бустер для тебя поставили здесь. Ну, я думал, кто знает, с чего скопировали фрикравлер, я знаю. Да, и кто знает, с чего скопировали фрикравлер, напишите в комментариях, там все дела. Тебе сюды на. Да, может быть, кто знает, по что, блядь, разрабатывал GTA, блядь. Не, ну, блядь, может, кто реально знает, а в тачках, марках разбирается у нас. Это с тобой слово поки? Да нихуя. А вот в чем, блядь? Ну-ка, с чего скопируем фрикравлер? Похуй его знает. Ну, я не в тачках. Мне кажется, что встает FJ Cruiser. Мне так кажется. FJ Cruiser. Но здесь есть другая машина, похожая на эту FJ Cruiser. Точно. А, не-не-не-не-не, это другая. Я понял про кого-то. Не-не-не, это другая тачка. Я говорю, что в FJ Cruiser есть другая тачка. А, там прям вылитая вообще, вот прям один в один. Дурак, что ли, блядь? Да.
упал, блядь. Так, это. Вот так вот. Ой, блядь, зачем? Ну надо же было повернуть. Ну, зачем ты это сделал? Дурак! Посмотрел, короче, этот ради интереса Ford Crown Victoria. Ага. Этот. Увидел, короче, машинку. Бля, 240 тысяч. Ну, бля, заебись. Она не гнилая, ничего, все нормально. Но я не знаю, конечно, как там рама у нее состояние. Она же рамная ведь. Ну да, я в курсе. Вот. Чё, ты смотри, 240 тысяч, блядь, а другие там по 400, 700, там, и лям с лишним вообще идут. Вот. Читаю описание. Ага. Учет Армения. Переоформлять не буду, потому что стоит это будет 1 700 000. Я такой, о, понятно, нахуй. То есть она как в Армении стоит, блядь. Ну, она стоит здесь у нас недалеко, в Костроме. А что, на армянском учете нельзя ездить у вас? Нет, хорошо. А если я куплю, мне же ее надо на учет поставить, на свой? На ну, себя и перевезти. Как-то ездит. Так он, может, ее в Армении купил, блядь, там, может, какой-нибудь. И Брухим, блядь, какой-нибудь. Я, конечно, не видел, кто там. Так у вас же можно ездить по ДКП, нет? Первые две недели. Если ты без номеров будешь ездить, ой, тебе очень больно будет. Я же ездил без номеров. Нет, так по ДКП же номера же остаются. Не, сейчас новое правило ввели, то, что ты должен поменять номера. Номера. Угу. Даже если у тебя регион другой. Вот, допустим, я купил его сейчас, живу в 76-м, ага. А у меня 29-й. Ага. Я должен, ну, даже если я куплю вот и все такое, машину здесь и буду ездить здесь, должен поставить на 29 регион. Ага. Вот так вот. Чеку взяту. Стоппер взяту. Дурак, блядь. Бабах. Бля, а на чем мы с тобой недавно. На каких внедорожниках мы с тобой недавно проходили? Не так давно. Не помню, ты уже помню. Бля, на каких-то мы с тобой дорожниках проходили, да? Мне же не приснилось. Да, что-то было такое. Вот они вообще неутопляемые, блядь. Мы же с тобой вообще в воде в них были, блядь. А, этих, блядь, на поджириках. Да, во, точнее. На я там вообще был. Мои бутсы, да. Кто там подарился на мои бутсы, блядь? На твои бутсы никто не дарился. Да ладно тебе, блядь. На пои бутсы? Может быть. Оп, кустики врезался. Кустики не надо нарезаться. Тут есть прямо куда вылетать. Тоже классно. А ты где? На этих полетчиках. Который с бустерами? Да. А, так ты меня догнал почти. Я вот уже тут така. Ну, здесь на всех есть прямо куда вылетать. А, похуй. И один хуй упал. Да, там на всех. Просто прямо вылетать это далеко не мое, блядь. А ты просто прямо колеса держишь и все. Серьезно? А ты не знал? Бля. Да, ты не верил? Да, серьезно. Стой, тука! Хуя ты видел, бля. Ну что ты так самокритично-то? Ну и шо. Вау. Короче, прикинь, что спросил насчет. Чё? Замены поршневых колец. Ага. Они сказали, бля, тебе легче двигатель поменять, дешевле выйдет. У вас может быть, да. Но у нас сейчас просто берутся чисто вот 80 тысяч двигатель. Ага. От капиталить. Это чисто без без этого, без. Ой, блять. Без запчастей. Вот, а запчасти еще плюс там. Что-то около 40. 30-40 что-то такое. А мотор точнее. Сколько стоит? Мотор новый, нульцевый, стоит
Ну, фотку, грубо говоря, там 90 с ключем. Ну, он далеко же не нульцевый, блядь, ты ж понимаешь. Не, ну, новый прямо. Ну, блядь, нет. Ну, откуда на машину такого возраста, блядь, новый мотор, Дима? Я не знаю, может, что он китайский, конечно, потому что что-то кто-то видел. Типа, тоже продаются на машины, вот, на, ну, на мою машину моторы. Угу. Там, и, допустим, у моей, там, весу, там, грубо говоря, там, сотку, да, а тот висит, там, 70 килограмм. Ну, то есть, хуйня какая-то где-то. Может, он не чугунный, может, ну, еще что-то. Он может быть гильзованный просто. То есть, сам блок алюминиевый, гильзы чугунные. Я понял, да. Может быть, но хуй его знает просто. Просто сейчас китайцы делают по технологии, по лицензии Mitsubishi моторы. Ну, вот, может, он и есть новый, блядь. Вот, а еще я думаю, бля, вместо 4G18 поставить 4G63. 63T. Что такое? 2 литра турбо, что ли? Нет, да, все правильно, 2 литра. Искали, короче, термостат на этот, на мою машину. Парень спрашивал, типа, какого у него мотора? Я говорю, 4G18. Он такой, почему 18? Типа, у тебя же 1.6 вот такой, ну да. 1.6, типа, должно же быть, получается, по сути, 18 по логике вещей. Я такой, ну, по сути, да. Он такой, а что такое 18? Я такой, расход масла, блядь. Так он должен был тебе сказать, что 4G16 должно быть, по сути, если 1.6. Ну, no. Ой, а да, 1.6. No. Он сказал, типа, он говорит, по сути, должно быть по логике вещей 4G16. Я такой, ну да. А 18 это что такое? 18 это литров на сотку масла расход, блядь. А что, тебя жрет масло так сильно? Да, я... Ты думаешь, я так просто спрашивал, сколько поменять стоит эти маслосъем и колпачки, и кольца? А может, лучше продать тебя другую уже машину, нет? Сколько ты на ней ездишь? Уже год есть? Полтора. Уже полтора. Ну, пора избавляться от этого года. В августе того года взял. Того сейчас года? Сейчас взять не... Того года. Ну, не 23-го, 22-го. Поза того, получается. Вот. Что тебе еще хочу сказать? А что взять? Вопрос. Ну, продам я там, грубо говоря, там 400, 500. 500 я ее продам. Что взять сейчас? Нечего брать. Не знаю, вот надо садиться смотреть, что. Ну, это понятно. Я думал взять какую-нибудь бэшечку. Е36 возьми, допустим. Е60 присмотрел, Е90 присмотрел. Ну, Е60 за 3, за пол мульта, но мне кажется, это вообще уже... Не, не найти. Это будет, блядь... Е39, да, еще может быть, я думаю. Живую? Живую. А что, у вас Е39 живых нету за такие деньги? Да, давай сейчас ради прикола посмотрю. А ты что, у Финша стоишь, что ли? Да. Ух ты, шамбулик. Бля, или взять тот же этот, 330 2 литра. Ну, 2 литра она хуёво, мне кажется, будет. У них же там 2 литра, они движки не очень. Ну, 330 это 3 литра вообще. 330 тысяч. А, 330 тысяч? А почему 2 литра? Там 2 литра, если старенькая, то 6-котловый, он спокойно растачивается до 2,5. Да, она 98 года, Сереженька. А, не, ну слишком старенькая. Езжай, финишируй. Вот, я, короче, вот сюда заезжаю. Я такой смотрю, а там финих. Финих! И ты сразу F, да? Да, чтоб Сереженька прошел. Успел! Так, автомобиль.